Матчевые встречи на призы заслуженного мастера спорта по легкой атлетике Татьяны Фировой проходят в нашем городе уже в 25-й юбилейный раз. Ежегодно на этих соревнованиях определяют лучших юных спортсменов Нижегородской области. Возраст участников традиционно 12 лет и младше. Поскольку у нас легкая атлетика такой немолодой вид спорта, дети начинают стартовать на областных соревнованиях только с 13 лет, поэтому где ребенку до 13 лет стартовать? Вот и являются этими такими стартовыми соревнованиями вот наши матчевые встречи. И потом наши матчевые встречи в Нижегородской области открывается зимний сезон. Воспитанница спортивной школы «Икара» Евгения Иришева занимается легкой атлетикой уже 5 лет. Как и многие юные спортсмены, Женя начинала с этой матчевой встречи. Сейчас она участница первенства России и Приволжского федерального округа. 25-й турнир на призы Татьяны Фировой стал для нее особенным. Здесь ей вручили значок кандидата в мастера спорта. Мне нравится легкая атлетика. Ну, не знаю. Мне просто нравится здесь заниматься, и бросить я ее уже не могу. Олеся Михеева приехала на соревнования из Первомайска. Девочка занимается легкой атлетикой всего год. Она успешно преодолела дистанции, хотя сделать это было не так-то просто. Я пробежала 200 метров, и когда я пробежала, мне стало более легко. Помогло мне это моя поддержка тренера и всей моей семьи. То, что они у меня в сердечке. Милана Левина – самая младшая участница соревнований. Ей всего 5 лет. Девочка не побоялась взрослых соперниц и сама решила, что хочет участвовать в турнире. Я пришла с родителями на соревнования. И они меня поддерживали. Юным легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции на 200 и 1000 метров. На дистанции 600 метров среди девочек 2008 года рождения Татьяна Фирова утвердила еще и свой главный приз. Мария Руинч, Максим Нифонтов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.